Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу с вами поговорить о Салтыкове-Щедрине. Вернее сказать, о его произведении «Господа Головлёвы». Творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина занимает особое место в истории русской литературы. Его сатира откликалась на все значительные явления общественной жизни, безжалостно бичуя пороки, обличая ложь и нравственный упадок в России эпохи великих реформ. Его талант получил противоречивые оценки. Далеко не все читатели принимали язвительный щедринский сарказм, отказывая читателю в любви и созданию Катчины. Так В. Розанов говорил, что Салтыков-Щедрин, как матерый волк, напился русской крови и сытым отвалился в могилу. Но есть и другая точка зрения. На самом деле, любовь никогда не была чужда писателю. Он всегда проповедовал ее враждебным словом отрицания, как сказал Арсений. Размышления о судьбе России, о проблеме отцов и детей, нашли отражение и в знаменитом романе «Господа Головлёвы». А образ главного героя Иудушки Головлёва бесспорно причислен к числу самых крупных созданий отечественной литературы и по сей день.